Алкоголь искажает реальность. Жить листовку. Ни в коем случае не пейте за рулем. Если выпили на такси, будьте любезны. Всего доброго, до свидания. Раздача предупреждающих листовок, кинолог с собакой, сферические зеркала. Сотрудники госавтоинспекции Одинцовского округа провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Сегодня при проведении мероприятия используется сферическое зеркало, прибор для установления состояния алкогольного опьянения на месте. В ходе рейда инспекторы остановили автомобиль, водитель которого оказался в состоянии алкогольного опьянения. Ответственность за которую предусматривается штраф 30 тысяч рублей и лишение права, специального права управления транспортным средством на срок от 1,5 года. В присутствии двух понятых на нарушителя сразу же составили протокол об административном правонарушении. Затем его автомобиль эвакуируют на специализированную стоянку. При проверке также данного гражданина водительское удостоверение и оперативно-учетным базам было установлено, что имеется сомнение в подлинности данного бланка, ввиду с чем будет проводиться дальнейшее разбирательство, при которых будет устанавливаться подлинный бланк или неподлинный. Также в ходе рейда осмотрели транспортные средства сферическими зеркалами, а кинолог со служебной собакой проверили наличие у участников дорожного движения запрещенных веществ. Всего в результате проведенного профилактического мероприятия было выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения и получен 1 отказ от медицинского освидетельствования. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».